Новости на телеканале «Видное ТВ». Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Ежемесячное оперативное совещание руководства муниципалитета состоялось в кинотеатре «Искра». Общий экономический оборот составил 143,4 миллиарда рублей. В деревне Горки местные жители встретились с представителями мусоровывозящей компании и задали свои вопросы. Почему счета на мусор приходят с электроэнергией в одном? Праздник детства и радости состоялся в Центральном городском парке. Я вот мечтала стать кондитером, и это вот получилось сегодня. Вот. В кинотеатре «Искра» состоялось традиционное расширенное оперативное совещание главы Ленинского района Валерия Венцеля. В нем приняли участие руководители муниципальных управлений и служб, представители учреждений района и общественных организаций. На встрече подводились итоги работы прошедшего месяца и озвучивались планы на ближайшее время. Май богат на праздники и памятные даты. В муниципалитете было проведено несколько десятков мероприятий, и в вступительном слове на ежемесячном расширенном оперативном совещании Валерий Венцель поблагодарил за слаженную работу всех, кто участвовал в их организации. Также глава района упомянул событие, которое вскоре должно изменить жизнь муниципалитета в лучшую сторону. В конце апреля, именно 24 числа, я вышел с инициативой в Совет депутатов поселений, Совет депутатов муниципального Ленинского муниципального района, с инициативой об объединении наших поселений в округ. Объединение в округ дает консолидацию ресурсов для создания условий равномерного и планомерного развития территорий. Став округом, муниципалитет сможет экономить порядка 150 миллионов рублей в год. Далее глава муниципалитета особо отметила основные задачи, решение которых стоит перед руководством района в июне текущего года. Начало летней оздоровительной кампании и работы лагерей на базе образовательных учреждений. Своевременное проведение работ по ремонту дорог, благоустройству, ремонту подъездов и домов, подготовке к новому отопительному сезону. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков озвучил информацию о работе в сферах образования и здравоохранения. В частности, он отметил, что 43% населения района прошли диспансеризацию. Далее первый заместитель главы администрации сообщил, что в рейтинге МФЦ среди 66 организаций Подмосковья Ленинское отделение занимает второе место. Всего за апрель мая оказано, отрадно видеть 4183 услуги по линии регионального портала государственных услуг. Среднее время ожидания при этом оказания услуг не превысило 5 минут при нормативе 12,5. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов в своем отчете коснулся вопросов дорожного хозяйства, жилищного строительства и строительства социальных объектов. В частности, он озвучил ситуацию с возведением новых образовательных учреждений. До 2023 года в муниципалитете должно быть введено в эксплуатацию 5 детских садов и 2 школы. Подготовлено, находится на согласовании Минобре технологическое задание по 3 школам, 2 детским садам. Получено согласование Минобра по 1 школе, 2 садам. Технические задания направлены на согласование Минстроя. Заместитель главы администрации Альберт Гравин рассказал об экономическом развитии муниципалитета. Он отметил, что хотя 2018 год был успешным для Ленинского района, в нынешнем году также отмечается рост по большинству показателей. Общий экономический оборот составил 143,4 миллиарда рублей, что на 11,1% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 65,8 тысяч рублей. Она также подросла. Также в ходе оперативного совещания были рассмотрены вопросы осуществления безопасности и правопорядка на территории Ленинского района, подготовки к отопительному сезону, ситуации со строительством очистных сооружений в микрорайонах Завидное и Купеленко. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В муниципалитете продолжаются общественные слушания по вопросу преобразования Ленинского района в городской округ. Подобные встречи уже прошли в Булатниковском и Володарском сельских поселениях. Теперь по этому вопросу смогли высказаться жители Развилки. Подробности у Екатерины Коваленко. Многолюдно в детской школе искусств поселка Развилка. Здесь собрались местные жители, чтобы принять участие в общественных слушаниях. На повестке дня вопрос преобразования Ленинского района в городской округ. Первым взял слово глава муниципалитета Валерий Венцель. Наша основная задача, чтобы территория развивалась равномерно. Вот как раз таки форма управления округа – это и есть единый бюджет, единые документы на всей территории, единое развитие и единый подход к состоянию дел на территории всего муниципалитета.
Сбалансированное развитие территорий, общий подход налоговой политики, единые правила благоустройства – вот лишь некоторые плюсы этой реформы. Заметно сократится чиновничий аппарат на местах, что позволит сэкономить порядка 150 миллионов рублей, а вырученные средства направить на социальные нужды. Еще один важный момент – фиксированный тариф на проезд в общественном транспорте из любой точки муниципалитета. Прозвучали на встрече и вопросы к представителям власти. Мы хотим, чтобы деньги были в общем тарифе, мы хотим, чтобы вы нас тоже не забывали. Мы идем по пути развитию территориальных общественных самоуправлений. Это тоже хорошая форма, значит, когда общественность, когда неравнодушные активные жители принимают участие в том числе в формировании программ, которые входят в состав бюджета. Кроме того, консолидированный бюджет позволит участвовать в различных региональных программах софинансирования и привлекать средства из этих источников. Стоит отметить, что для людей не будет никакой отмены так называемых сельских льгот. Все привилегии сохранятся. В целом, жители Развилки положительно встретили инициативу главы района. Я считаю, что реформа, вот этого, новая реформа, которая объединение, это будет прорыв вперед, как прогрессивная такая часть. Так что я за это объединение. Знаю, что это сработает. На очереди общественные слушания по данному вопросу и в других поселениях муниципалитета. Екатерина Коваленко, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами функционирует уже 5 месяцев. Но вопросов и замечаний у жителей, увы, меньше не становится. Многие из них удалось обсудить на прошедшей у досугового центра «Юность» деревни Горки встрече жителей администрации поселения и представителя регионального оператора по вывозу мусора. Наблюдала за диалогом и наша съемочная группа. Антонина Ивановна Романова жалуется, что новая система начисления за вывоз твердых коммунальных отходов сильно ударила по кошельку. Она живет одна в доме общей площадью 200 квадратных метров. Мусор выносит один раз в неделю, но все равно вынуждена платить столько же, сколько платит большая семья, живущая в доме той же площади. К тому же, говорит Антонина Ивановна, есть вопросы по начислениям в платежках. Вот опять, вот сейчас внучка мне говорит, ба, тебе оплатили все, и опять они прислали задолженность. У меня в личный кабинет, и они присылают там, через личный кабинет оплачиваем. Ну, даже не знаем, что творится. За разъяснениями местная жительница пришла на встречу с представителями Каширского регионального оператора и администрации поселения, организованную у досугового центра «Юность» деревни Горки. Народу было много, у каждого из присутствующих свои вопросы. Почему счета на мусор приходят с электроэнергией в одном? Сделайте отдельно. На данный момент мусор вывозят с 2 мусоросборных площадок в Горках и 3 в Белеутово. Почти всех волновали проблемы с вывозом мусора из синих контейнеров и свалку у площадок крупногабаритного и строительного мусора. На данный момент синие контейнеры вывозятся, график 1 раз в 3 дня. Но я так понимаю, да, у вас, к сожалению, он не соблюдается. И я обязательно сегодня доложу это Эколайфу, кто этим занимается. И за выходные, крайний срок до понедельника, я гарантирую, у вас эти баки вывезу. Всего в Каширском кластере работает 7 мусоровозов, которые вывозят сухой и чистый мусор из синих баков. Уже сейчас понятно, что этого недостаточно, но региональный оператор уверяет, скоро все изменится. Я думаю, к концу лета график, который будет соблюдаться 1 раз в 3 дня, каждый синий контейнер с Ленинского муниципального района, хотя бы, я так думаю, даже то, что будет вывозиться и соблюдаться этот график 1 раз в 3 дня. Представитель регионального оператора подчеркнул, что в обязанности его компании не входит вывоз строительного и крупногабаритного мусора. Также не предусмотрена сезонность. Даже если вы полгода живете на даче, за вывоз мусора по месту прописки платить все равно надо. В любом случае платежки будут приходить с января месяца, и приходится вам их оплатить. Вам придется их оплачивать. Так, хочешь, не хочешь, да, но сезонности нет. Вопросов было так много, что присутствующие решили провести в ближайшее время расширенную выездную встречу с представителями Каширского оператора. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ. 1 июня – праздник детства и радости. В День защиты детей в Ленинском районе традиционно проводятся акции, нацеленные на сохранение и укрепление детского здоровья. Начинают работу летние лагеря и, конечно, проходят праздничные мероприятия. В Видном, по традиции, этот праздник отмечается в Центральном парке, где различные клубы и детские центры организовывают творческие площадки и мастер-классы. Анастасия Воронина побывала в городе мастеров.
Не случайно Международный день защиты детей ежегодно отмечают 1 июня. Именно с этого замечательного праздника у мальчишек и девчонок начинаются долгожданные летние каникулы. Самое большое внимание уделяем мы детям. И этот праздник прежде всего для детей. И как хорошо, что в нашем районе уже существует на протяжении многих лет добрая традиция вот так массово отмечать этот праздник. В этот день в Центральном парке Видного, куда горожане пришли семьями, организовали разнообразную развлекательную программу. Каждый ребенок мог найти занятие по душе. Например, можно было испытать судьбу в розыгрыше призов или поучаствовать в интересных мастер-классах. Особо большой интерес не только у детей, но и взрослых вызвала игра в поваренка. Дочки Надежды Шошиной с удовольствием проявили свои способности в украшении вкусных капкейков. Дети могут проявить свое творчество, и в то же время это сладкий и приятный сюрприз после мастер-класса. Я вот мечтала стать кондитером, и это вот получилось сегодня. Вот. Основная сложность – это намазывать сливки, потому что если ты надавишь, у тебя вот это вот вокруг вот как бы размазалось. И понравилось то, что ты везде вот берешь, вот так насыпаешь. Для любителей спорта были подготовлены веселые подвижные игры. Все от мала до велика могли испытать свои силы в увлекательных эстафетах. Пошли! Для тех, кто проголодался, работала полевая кухня, где можно было подкрепиться вкусной гречневой кашей с мягким хлебом и компотом. А также специально для виновников торжества пожарные провели мини-экскурсию. Показали свой служебный автомобиль, позволили детям посидеть за рулем и даже примерить элементы их спецкостюма. Можно сфоткать? Конечно. Давай, Абрам, иди сюда. Аккуратно, по ушам. Ну и какой же праздник без веселой музыки? Творческие коллективы и артисты Ленинского района подарили всем яркие танцевальные и вокальные номера. Дочка смотрела концерт, понравилось, еле оторвал, говорю, пойдем зверей покормим. Пошли. Так, нет, ни в какую. Молодцы, спасибо. Праздничные гуляния продлились до позднего вечера. Первый день лета для мальчишек и девчонок Ленинского района действительно получился очень теплым, веселым и сказочно впечатляющим. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. Праздник – это обязательно подарки, а для детей лучшие подарки – это, конечно же, игрушки. В Ленинском обществе инвалидов все подопечные в возрасте до 16 лет получили свою порцию внимания. Благодаря спонсорам и благотворителям было собрано множество необходимых вещей. Каждый из 73 детей Ленинского района, состоящих в обществе, получил комплект постельного белья, косметический набор, а также различные развивающие игры и игрушки. Лежачим детям подарили массажеры. Кроме того, большая часть ребятишек, 50 человек, смогла поехать на представление в Московский театр юного зрителя. А 7 июня 40 ребят отправятся на экскурсию в планетарий. Автобусы предоставляет муниципальная администрация. Во всех муниципалитетах Московской области в рамках губернаторского проекта «Чуткая власть» прошла праздничная акция. В честь Дня защиты детей в отделениях МФЦ Ленинского района надули более 1000 воздушных шаров, чтобы каждому маленькому посетителю в этот день преподнести шарик в подарок. Я думаю, что ценность заключается в том, чтобы лишний раз обратить внимание на не только своих детей, но и тех детей, которые нас окружают. В этот праздничный день сотрудники многофункционального центра подарили хорошее настроение не только детям, но и их родителям. Для Марины Вальдман эта акция стала приятным сюрпризом. МФЦ мы очень любим. Очень быстро и продуктивно проходит время здесь. Думали, что день рождения у МФЦ нашего города Видного. Забыли, что сегодня такой праздник прекрасный. Несмотря на праздничный день, посетителей с детьми было много. Некоторые даже приходили всей семьей. Поэтому под конец рабочего дня количество воздушных шаров, лежащих на подоконниках центра «Мои документы», стало значительно меньше. Добрая акция продлилась в Ленинском районе 3 дня и вызвала у посетителей центра положительные эмоции. И коротко о погоде. 4 июня в течение суток на фоне повышенного давления будет ясно. Ночью плюс 9-11 градусов, днем 22-24 тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ и будьте в курсе всех событий Ленинского района. А я прощаюсь с вами. Хороших новостей.